Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в новую игрушку. Вот. И сегодня хочу я проверить на вывод. Значит, я вчера делала краткий обзор. Зайдете ко мне на канал. Кому интересно, посмотрите. Значит, я сюда закинула 30 рублей. Но при регистрации здесь можно получить бонус на первую покупку. Вот здесь нажимаете задание. И вот здесь войти через ВКонтакт вам дадут бонус на счет для покупок 10 рублей, где вы можете купить, приобрести одну шахту, как бы, и начинать зарабатывать без вложений. Значит, что я сделала? Я вот получила бонус через ВКонтакт, мне дали 10 рублей, купила шахту. Далее я закинула 30 рублей, купила, ну, бонус бонусом, я как бы, чтобы быстрее это все капало, вот закинула 30 рублей, взяла еще 3 шахты. И плюс я записала видеообзор, послала им. Мне пришел ответ, что все хорошо, и за видеообзор мне начислили 50 рублей, я еще 5 шахт купила. Значит, и вот у меня теперь капает денежка, значит, собираю, продаю. Так, все собрала, все продала. Так, значит, далее что? Вот здесь задание, вот YouTube, дают 50 рублей. Это кто умеет записывать, пожалуйста, пользуйтесь, обращаю внимание. И кто вот любит приглашать, тоже есть бонус. Так, далее, что еще? Есть ежедневный бонус. Я еще не собирала. Так, последние 20 получу. Ага. Я вот уже собирала, значит, мое время еще не пришло для бонуса. Вот здесь будет вкладочка «Получить ежедневный бонус». Далее, здесь на без вложений зарабатываем на серфинге, просмотр серфинга, на реферальной программе и, ну, и бонус. А, на задание, вот задание, что вот здесь мне дали без вложений, можно и через ВКонтакте, и рефералы. Вот это все без вложений, плюс, как я уже сказала, этот серфинг. Далее, что? Нужно установить платежный пароль, оказывается. Вот у меня 1754 на вывод. Вот здесь нажимаем на колесико. Так, здесь можно аватарку заменить, пароль сменить и устанавливаем платежный пароль. Значит, я еще ничего не устанавливала. Так, нажимаю. Успешно, все. Ок. Я платежный пароль установила, значит, на вывод теперь буду выводить денежку. Я на Payeer, где прописывать кошелек, здесь нету. Значит, Payeer, номер кошелька вводим. А у нас, введите свой кошелек в настройках. А где его прописать тогда в настройках? Пардон. Так. Так, мы рекомендуем. А, Payeer, вот так, 3. Ну, я прописала. А это заблокировать, эти они. Так. Сейчас сохраним, посмотрим. Ага, кошелек успешно установлен. Устанавливайте, у кого какая платежная система, потому что здесь очень много платежных систем. Теперь вывод. Payeer выплатить. Так, платежный. Так, у меня уже сумма, значит, минимальная сумма на вывод 1 рубль. Максимально 15 тысяч. Комиссия 0,95. Так. Ага, введите сумму выплаты. Так. Вот сюда сумму. У меня 17.54, значит. 17.54. Возможно, нужна будет ровная сумма. Платежный пароль.
Нажимаю выплатить. Отлично, выплата успешно произведена. Окей, так. Мой профиль. Так, теперь надо на почту идти. Так, Payer. 17.37. Ребят, игра платит, все замечательно. Комментарий, выплата, пользователь, мой логин, проект Faberium. Вот так игра называется. Замечательно. Кому интересно, присоединяемся. Зарабатывать можно начинать без вложений. Ну, а вкладывать это, естественно, уже по желанию. На этом буду заканчивать. Всем удачи. Больших заработков. Буду периодически мониторить проект, эту игрушечку. До новых встреч.